Голевые передачи и точные броски Максима Семочкина помогли его команде заработать драгоценные очки на дворовом турнире по стритболу. Юноша занимается в секции баскетбола, а на площадку приходит, чтобы отточить навыки и пообщаться с друзьями. По словам Максима, формат игр отличается, но при этом каждый из них требует точности и внимательности. Обе игры сложные. Ну, в стритболе меньше пространства, нужно играть в пас аккуратно. В баскетболе больше бегать приходится и больше игроков на поле. Илья Бычков часто приходит на спортивную площадку, чтобы поиграть в футбол или баскетбол. По словам юноши, всем броскам и правилам он учился самостоятельно, а сейчас старается перенять какие-то игровые приемы у соперников и товарищей по команде. В дворовом турнире по стритболу он участвовал впервые и считает, что это интересная игра, которая требует хорошей физической подготовки. В стритболе сложнее то, что бегать больше нужно. Тут меньше места, нужно быть техничнее. На спортивной площадке каждый может найти себе занятия по душе, а педагоги помогают ребятам в организации различных конкурсов и состязаний. Самое главное, по словам организаторов, что ребята приобщаются к спорту, находят новых друзей и учатся чему-то новому. Кто любит спорт, все приходят сюда заниматься не именно баскетболом, волейболом, футболом, а разносторонне. То есть заходили сегодня в волейбол, значит, сегодня в волейбол. Заходили завтра в футбол, значит, будет футбол. Педагоги и аниматоры ЦВР ждут на спортивных площадках Сарова всех желающих весело и с пользой провести свой досуг. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.